Сегодня каждый из нас пришел в Дом Божий, чтобы слышать Слово, которое будет говориться к нашему сердцу. Бог очень часто говорит к нашему сердцу, чтобы мы сердцем услышали и уразумели превосходящее разумение любовь Божию, которая изливается в сердца Духом Святым. Божья любовь невозможно каким-то другим методом воспринять свое сердце, но через Дух Святой, который сегодня трудится над каждым из нас в отдельности и желая, чтобы достигнуть нас словами благодати и истины, чтобы мы, слыша, уразумели сердцем, что значит любовь Божья, которая изливается в сердце Духом Святым. И тому для нас очень важно, чтобы мы уразумели это превосходящее разумение любовь Божию, чтобы нам вместить ее, покориться и преклониться пред Господом славы, чтобы Его благодать, она не была тщетно принята нами, чтобы наша вера утвердилась не на чьей-то мудрости, не на чьем-то понимании, не на чьем-то авторитете, потому что сегодня много авторитетных людей, искусно выражающих слова истины, но в то же время их не основание, оно не является моим основанием. Мне, как человеку, который вошел в тело Христово, в церковь, нужно иметь личные отношения с Господом славы, чтобы в моем духе было удовлетворение от того, что я, приходя в Дом Божий, что-то приобрел для себя ценное, нужное и необходимое для жизни и благочестия. Тому пусть сегодня Божье Слово, оно созиждет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе, потому что о нем написано: Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя и покорился Отцу, чтобы исполнить Его волю. И тому мы в молитве часто молимся: Отче, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. И тому сегодня каждый из нас в отдельности, живя во свете Слова Божия, он ставит какую-то мы цель, ставим или нашу волю исполнить, или волю пославшего нас, который оживляет дух сынов человеческих, когда сердце человеческое вполне открывается для взаимоотношений с Ним. А если нету полного взаимоотношения с Господом, мы никогда не будем подвязаться, чтобы исполнить волю Божию, потому что ее исполнить возможно только с довольным, благодарным, открытым сердцем для Господа славы. И тому я сегодня перед нашей молитвой напомню одно место со Священного Писания, дабы нам немножко рассмотреть, насколько Божье Слово сформировало в некоторых людях такие отношения с Господом славы, что и в старости они плодовиты и сочны, чтобы возвещать, что жив Господь. Именно это тот процесс, который в их жизни произошел, и Господь довел их до старости, и результат Божьей работы, он выразился в отношениях, в служениях и уповании на Господа славы, потому что Слово Божье, оно не было тщетно принято, оно растило этого человека до определенного возраста, и когда человек пришел уже, можно сказать, к преклонному возрасту, его сердце было преисполнено довольством, благодарностью и упованием на Господа славы, чтобы в нем и через него имя Господне прославилось. И тому, друзья, дорогие, Евангелие от Иоанна, третье послание, это будет там одна глава всего лишь. «Старец, возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, как ты верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников, они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви». Это слово написано, можно сказать, старцем, человеком, который прожил или прошел весьма тяжелую жизненную школу, который утвердился в Боге, научился от Него и уразумел, что значит иметь любовь Божию в сердце своем. И уже в преклонных годах он обращается к этому Гаю, возлюбленному Гаю, которого люблю поистине. Именно этот человек, видя или имея опыт служения во свете Слова Господня, утвердившись Духом во внутреннем человеке, имея свидетельство внутри себя, что он раб Божий, он посвятил свою жизнь, свое хождение во свете того, которого любил и которому покорался всем своим естеством. И проходя этот жизненный путь, Иоанн довольно серьезную школу прошел и на земле, когда Господь дал ему быть одним из любимых учеников его, он возлежал на груди Христа. Но в то же время человек, который имел такие близкие отношения со Христом, весьма тяжелым и скорбным путем ему пришлось пройти ссылку на острове Патмос. Я не знаю, я не исследовал, сколько времени эта ссылка продолжалась, но довольно серьезная школа. И что характерно для этого человека, когда Священное Писание говорит: «Я был, говорит, в духе в день воскресный».
Друзья дорогие, быть в присутствии Божьем в день воскресный или даже в любой день, который Бог дает нам на земле, это не просто прийти в собрание, это иметь глубину взаимоотношений с Господом славы, чтобы там уже ничего твоего не было, не проявлялся твой характер, твое внутреннее, чем ты наполняешься, а чтобы сердце твое было наполнено познанием славы Божьей. Именно это процесс Божьей работы, который совершился в этом ученике Иисуса Христа, который отдал вполне себя для служения народом, для служения окружающим людям. И он обращается к этому Гаю с любовью в своем сердце. Говорит: «Возлюбленный, молю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Именно человек, который наполнен познанием славы Божьей, он видит гораздо глубже и гораздо более полнее обстановку, о которой он пишет или которой говорит. Потому что он это прочувствовал, он прошел этим путем, он что-то извлек из этой жизни и чему-то, и что-то утвердилось в его внутреннем человеке, и его слово, оно достигало сердца, оно открывало именно состав человеческого естества, насколько именно человек припоясан познанием славы Божьей. И тому сегодня воля Господня, чтобы каждый из нас, проходя жизненный путь, имел это припоясание, имел это утверждение и понимание той ситуации жизни, через которую я прохожу, чтобы мне пройти правильно, чтобы к концу моего странствования на этой земле я был наполнен, подобно Иоанну, находясь в духе в день воскресный. Я увидел что-то, увидел человек, который имеет в себе присутствие славы Божьей, духовный мир, он открывает в его жизни, он просто так не проходит. Божья слава, она содействует ему, его упование, оно становится реальным с Господом славы. И тому, друзья дорогие, сегодня с каждым из нас в отдельности Бог делает свою работу, чтобы привести именно к этому состоянию познания Господа славы, чтобы любовь Божья, она изливала сердца наши Духом Святым, чтобы там не было моего авторитета, моего положения, моей власти, моего какого-то мира, который я создал для себя, но чтобы нам, будучи детям Божьим, уразуметь эту Божью любовь и преклониться Духом, дабы, когда придет это, приходит служение, мы с радостью по влечению Духа и шли в служение детей Божьих, чтобы оттуда что-то извлечь полезное и нужное для жизни и благочестия. И тому Иоанн, видя этого человека, обращаясь к нему в молитву, говорит: «Я молю, чтобы ты здравствовал, чтобы ты во всем преуспевал, как преуспевает душа твоя». Друзья, дорогие, сегодня вопрос преуспевания, хождения во свете Слова Божьего, это довольно нелегкий вопрос, и нелегко он дается, и не каждый может постигнуть ту глубину взаимоотношений с Господом славы. Но в то же время, если я не буду прилагать никакого усердия и скажу, что этот удел не для меня, я просто простой член, друзья, дорогие, в нашем теле просто лишних членов нету. Каждый член нашего тела, он за что-то отвечает, какую-то функцию выполняет. И если мы лишаемся какого-то члена, мы чувствуем дискомфорт, какой бы он ни был член, важный или неважный, но мы чувствуем себя дискомфортно. И тому сегодня в духовном мире, когда мы соединены Богом и поставлены в одно тело, в Церкви Божьей, сегодня каждый из нас в отдельности должен иметь это чувствование во Христе Иисусе, чтобы не казаться бесплодным, не казаться просто занимающим место в теле Христовом, но чтобы воля Божья, она благоуспешно совершилась в моем уповании и в моей надежде на Господа славы, чтобы я, приходя в Дом Божий, реально переживал, что Божье присутствие, оно достигает мое сердце, и мой внутренний человек преображается от присутствия славы Божьей. Это Божья работа, друзья дорогие. Это не какая-то выдумка или не какая-то философия человеческая, но Божий Дух, он послан для того, чтобы сформировать у нас правильное отношение с Господом славы. И тому Иоанн, обращаясь к этому человеку, он в молитве открывает свои желания, чтобы ты преуспевал, как преуспевает душа твоя. Друзья дорогие, сегодня о чем мы молимся, когда мы склоняем колени пред Господом славы? О том, чтобы душа наша преуспевала, чтобы наш дух ободрался и обновлялся? Или сегодня наши нужды связаны о видимом и проходящем, потому что сегодня большая часть жизни нашей проходит именно о том, чтобы трудиться и работать своими руками, чтобы зарабатывать насущный кусок хлеба. Но в то же время, друзья, я духовный человек, который обратился к Господу всем сердцем, у него приоритеты смешаются совершенно в другую сторону. Он ценит то, что невидимо, то, что ценно в глазах Отца Небесного. Он это оценивает в своей жизни и держится исповедание, чтобы быть верным
верным свидетелем пред Господом славы. И тому Иоанн обращается к этому человеку, говорит: молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. И вот я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Сегодня, друзья, дорогие, за каждым из нас в отдельности остается какой-то след, который мы оставляем в хождении пред лицем Божьим. И люди со стороны, наблюдая за этим гаем, они увидели, что этот человек вполне предан Господу. Его пути и желания, и цели, они направлены для того, чтобы служить святым во славу Божию. И он это делал. И когда Иоанн услышал это свидетельство об этом человеке, вот я весьма возрадовался. Друзья, дорогие, сегодня что каждому из нас в отдельности доставляет радость в нашей жизни? О чем мы больше всего радуемся? И что сегодня успокаивает наш дух пред Господом славы? Я думаю, что каждый, кто испытал благость и милость Божию, он ценит, когда дети наши в наших домах и наших семьях, они ходят в истине. Это приносит особое глубокое благоговение и удовлетворение пред Господом славы, что моя жизнь, которую я прожил на этой земле, она не прошла просто так бесследно. Какой-то плод пред лицем Господним, какое-то доброе семя я оставил в сердцах детей своих, и они это семя впитали, и они растят его во славу Божью. Друзья, дорогие, и тому сегодня мы, оглядываясь на пройденный путь, мы многие годы, ходя в Дом Божий, мы, оглядываясь на пройденный путь, видим, какие-то плоды выросли за годы нашего упования и за годы нашего хождения пред Господом славы. И тому Иоанн, обращаясь на этого человека, слыша свидетельство от внешних, а что говорят о нем внешне, вот я весьма возрадовался, что дети мои ходят истинный вопрос хождения в истине. Это не простой вопрос, друзья дорогие. Никогда не будешь ходить в истине, если она не будет пребывать в твоем сердце, если твой дух к этому не будет прилеплен и твое сознание не будет направлено, чтобы смиряться и укрепляться Господом славы. Никогда след истины, он не останется в твоей жизни, потому что он приобретается через взаимоотношения, через наше упование на Господа славы. И тому Иоанн, слыша об этом человеке, он и свидетельство от внешних, он как бы возрадовался в своем духе, что не напрасно моя жизнь прошла на этой земле. Я оставил добрый след, доброе упование. Именно подражая моему упованию, многие увидели во мне образ и славу Сына Божьего, которого я полюбил в истине. И тому сегодня, друзья дорогие, у нас есть время и возможность рассматривать себя, насколько мы доверяем Слову Божьему, насколько Слово Божье вселяется в сердце Духом Святым, насколько мы благоговеем и трепещем пред этим Словом, чтобы оно достигло совершенства в моей жизни и в жизни нас слушающих. Потому что если оно не будет достигать и не преображать мой образ жизни и мышления, я никогда и никто никогда не будет радоваться моей жизни, как человек, который сокрылся в Боге, который покорился Слову Божьему, который возлюбил Господа всем сердцем. И тому Иоанн, видя этого человека, он весьма, вот я весьма возрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Друзья дорогие, ходить в истине — это не процесс одного года, это процесс, можно сказать, всей жизни. И к концу жизни человек, который уразумел и вместил Слово Божие в свое сердце, он начинает ценить, насколько истина, она основа всех наших отношений с Господом славы. И тому, если мои дети, живущие в моем доме, они не увидят во мне свидетельство, что я дитя Божие, и мой дух наполнен любовью к Господу славы, они никогда не будут подражать нам, они никогда не последуют за нами, потому что мы не дали добрый образец для подражания. Тому сегодня стоит большая проблема в многих семьях, что истина Божья, она не стала во главу отношений. Истина Божья, она не стала реальностью отношений с Господом славы. И тому мы не всегда радуемся, мы иногда часто плачем о наших детях, что они не познали истину, что и Слово Божье не вселилось и не изменило их образа мышления. Хотя мы и видим детей наших собраний, и вроде они в собрании, но в то же время в своем духе понимаем, что не то, что должно быть в их отношениях пред Господом славы. И тому, друзья дорогие, сегодня мы будем нуждаться в Боге, будем просить, чтобы наша радость во Христе Иисусе, она была через Слово Божье, которое вселяется в сердце Духом Святым. Если Слово не растворится верою, никогда полноценной радости в нашей жизни не будет. Никогда не будем мы радоваться о том, что наши дети ходят в истине или вкушают от глаголов Божьих, чтобы утверждать
свое звание и призвание во Христе Иисусе, это процесс Божьей работы, это результат нашего отношения с Господом, славы и тому, друзья дорогие, мы будем искать Господа, мы будем нуждаться в Нем, чтобы Он, будучи Господом славы, преображал мой образ мышления, мой характер, мое естество, и чтобы, видя мое упование, дети или те окружающие, которые ходят рядом со мной, они увидели, что этот человек имеет отношение с Богом, в нем есть слово жизни, которое оживотворяет, которое касается самого сокровенного и тайного, что есть в нашем внутреннем человеке. И тому, друзья дорогие, когда мы не пребываем в истине, и Слово Божие не пропоясывает через слова наши, мы никогда ни для кого не будем свидетелями Господней славы. Нам будет стыдно говорить о том, о котором мы слышали, но который не пропоясал через слова ума истиною, в котором сердце мое не радуется, и дух мой не восторгается к Богу живому. И я никогда не буду для кого-то светильником или свидетелем, если мой дух не радуется Господе славы. Я не буду радоваться вместе с радующимися, я не буду плакать вместе с плачущими, потому что мое отношение с Господом, оно несовершенно. И тому у нас есть сегодня время и возможность, чтобы нам уразуметь волю Божию, чтобы нам Слово Божие принять в свое сердце, научиться доверяться Слову Божию, научиться вмещать его и припоясывать через слова нашей истины, чтобы мы, слыша о Слове жизни, утверждались Господе славы и уразумели, что Бог, Он имеет дело с каждым человеком, и для каждого живущего у Него есть место в доме своем, у Него есть место в церкви, у Него есть место для всякого человека, который живет на земле. Он предопределил и предузнал о жизни каждого из нас в отдельности. Сегодня Он предопределил, ты сегодня среди народа Божьего, чтобы слышать слова благодати, чтобы получить свидетельство внутри себя, какой плод ты приобрел, ходя в Дом Божий, или, возможно, ничего не приобрел. Возможно, каким был, таким и остался. Тому для тебя сегодня есть время обратиться к Господу, чтобы Он Духом Своим прикоснулся к внутреннему человеку и показал, какое преимущество быть верным Богу, какое преимущество быть уповающим на Господа нашим духом, а не нашими устами. Потому что если есть упование в духе, оно будет отображаться в нашей жизни. А если есть упование только в устах, оно не будет никакого имени, не будет никакого влияния на нас, в наших домах и семьях, потому что это внешнее. А Бог сегодня желает, чтобы мы вместе с Иоанном умели радоваться и умели видеть всех, кто ходит в истине, и могли поддерживать таковых, могли именно содействовать всяким добрым намерением во славу Божью. И тому у нас есть на сегодня возможность. И как Иоанн молится, говорит: молю, чтобы ты во всем преуспевал. Мы будем молиться, чтобы во всем преуспевала душа наша, чтобы мы вмещали Слово Божье, чтобы мы учились от Него, чтобы мы испытывали, что благоугодно Богу, уразумели превосходящее разумение любовь Божью, чтобы наше хождение в Дом Божий, оно было радостью для нашего духа. И Павел неоднократно говорит именно о той радости, которая происходит в его сердце, когда он повинуется слав голосу Духа Божьего, именно повинуется, чтобы исполнить волю Божию. И мы много цитируем мест из Священного Писания о Давиде, о том человеке, который имел все потребное для внешней жизни, но в то же время у его духе было глубокое желание бодрствовать и наблюдать за ногою своей, чтобы когда он, живя на этой земле, и ходил пред лицем Господним, иметь правильное свидетельство. И когда однажды он приступил волю Божию, и Слово Божье, оно начало в нем трудиться, и Господь начал достигать его сердца, то впоследствии Бог сказал: за то, что ты, говорит, позволил врагам Господним хулить имя Божие, говорит, не отойдет меч от дома твоего вовек. Именно насколько Бог, друзья дорогие, благ, насколько милостив и настолько строг, когда мы приступаем Его волю, чтобы сегодня нам, слушающим Слово Божие, довериться этому Слову, чтобы в нашей жизни не казалось этих проблем, этих именно тупиков, когда мы перестаем покоряться Богу, и Он начинает именно как бы создавать те обстоятельства, чтобы достигнуть нас своей благостью и своим милосердием. И в этом любовь Божья, и в этом Божье благоволение, когда Он трудится над каждым из нас в отдельности через трудные какие-то ситуации жизни, когда Он меняет и ломает наш характер, наше мнение, наши основания, наши именно капризы, которые мы часто можем выражать друг другу, муж жене или жена мужу. Сегодня есть это в народе Божьем, и тому пусть Божье Слово, оно смирит нас и покажет нам, что Бог благ, и Он желает участвовать в моей жизни. –
Он желает водить меня на злачные пажити. Он желает устроить мои отношения с Ним, чтобы когда я приду к концу своей дней жизни, именно я был плодовитым и сочным, я был наполнен упованием на Господа славы. В моем сердце не казалось ничего то, что держит меня на этой земле, но я всем своим естеством простирался к Нему и, уповая на Него, радовался, что я прихожу именно к тому источнику, который есть все и во всем Господь, пребывающий во веки веков. И тому, друзья, дорогие, пред этим Господом мы преклоним наши колени, будем нуждаться, чтобы нам преуспевать в нашем уповании и в нашей надежде на Него. Во всякое время молимся.